Всем привет, с вами Лили Блоссом, и сегодня я снимаю перезалив моей коллекции поняшек, именно фоновых пони. В моей коллекции 12 фоновых пони, итак, давайте же начнем их смотреть. Итак, первая фоновая поняшка, конечно же, моя самая любимая, это я, Лили Блоссом. Я из коллекции Water Beauties. И у меня вода в крылышках. Буду выставлять поняшку вот сюда. Итак, моя вторая фоновая поняшка из набора Midnight and Canterlot. Это Минти. У нее вот такой вот просто хвостик, прическа. У Лили Блоссом просто две пряди и корона. Я поставила Минти. Давайте же следующую поняшку. А следующая поняшка это Sunset Shimmer. Sunset Shimmer мне очень нравится, потому что у нее очень красивая расцветка тела и гривы. Наша четвертая поняшка это Чирили. Чирили из коллекции Rainbow Power. Это единственная моя Чирили, поэтому она мне нравится. Мне нравится, как сочетаются все ее цвета. Голубой, бордовый и розовый. Буду ставить ее за кадром. Так, блин, что-то меня уже так бесит эффекты. Магия. Ну да, пусть будет так. Следующая поняшка, вы видите по тени, это Honey Race. Из коллекции Cutie Mark Magic с большими-большими крылышками. И на нее я навешала чармы все, которые у меня есть. Мне очень нравится эта пони за пастельные тона свои. Следующая фоновая понька тоже из коллекции Cutie Mark Magic. Пони с ленточкой. Это Starlight Glimmer. Ну, она просто няшка. Далее пойдут две поняшки 2012 вроде бы года выпуска, которые очень у меня уже давно, поэтому не в самом лучшем состоянии. Первая поняшка это Daisy Dreams. Такую я и сделала стрижку. Daisy Dreams, за которой гоняются многие коллекционеры поняшек. И вот она у меня есть, собственно. И следующая поняха, аналогичная Daisy Dreams, это Rainbow Flash, как бы сестра Rainbow Dash. У нее прическа, как у Twilight Sparkle. И вообще, в целом, она похожа на сумеречную искорку Twilight Sparkle. У нее очень прикольная метка. Следующая пони тоже из сета Midnight and Canterlot. И это Deverab Dazzle. Вот Deverab Dazzle. Просто у нее не лучшая укладка гривы, извините за ее вид. Впрочем, вчера она была лучше. Вот Deverab Dazzle. Довольно редкая поняшка, и все, что я могу о ней сказать, потому что для меня никаким особенным символом канала она не является. А дальше тоже две похожие поняшки из одной коллекции. Это Sky Vicious, которую я вчера стерла все лишние кьюти марки. Так гораздо лучше она выглядит, здесь были по ножке и на глазу кьюти марки, и я все это стерла. Мне безумно нравится сочетание ее цветов, и поэтому даже я ее и купила. Чуть подвинула камеру. Следующая поняшка, аналогичная ей, это Бон-Бон. Тоже из той же коллекции. Вот она, Бон-Бон. Все, что хотела бы о ней сказать, я говорила вчера в топ-10 любимых пони. Здесь я стерла просто с ноги кьюти марки, а вот эту стирать не стала. В общем, такая вот сладкая пони. И осталась последняя, 12-я поняшка. Это из коллекции Water Cuties, тоже прозрачная пони Diamond Mint. Все, что могу сказать о ее прозрачности. Безумно крутая поняшка по своим цветам. И вот они все 12 поняшек. Ну а на этом было все. Подписывайтесь на канал, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока! С вами была MLP Chelsea Brown.